Слышишь, еще и запаска четко в размер, Витя. Так подожди, надо заднее наперед, Витя, Витя. А это назад. А чтобы одинаковые были. Витя, 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 я тебя прошу. Если ты погибнешь, кто будет управлять УАЗом? Так, давай думай, переставляем. Яна, Яна, Яна. Ты знаешь, что у каждого человека существует своя машина. Вот Бог ему сверху дает машину. Смотри, Витя родился на 2 года раньше УАЗа. С Вити сняли размеры и сделали этот УАЗ под него. Ты понял? Там ключи. Да не, ну ты че? Откуда ты взял колесо? Где ты так подготовил? Где? Отжал, где? Ты видела у него номера какие? У него номера видела? С этими номерами отжимают все, никто не ищет ничего. Да? Да, да. Я думал, обычный номер. Ага, обычный. Впереди буквы читай. Вот комбо. Слышишь, что, хайджек вместо жены на переднем сиденье ездит или что? Не, они вместе. С тобой, да? Давай чай, чай давай. Кому? Чай, чай. Чай уже закончился. Андрей. Чая уже нет. Пороги не помните. Правда. Спасибо. Так, видите, надо выйти. Вот я, кстати, уже знаю даже, какую песню я подложу под тот момент, когда ты выходишь из-под капота. Ты знаешь, какую? Под капотом родители. Слышишь, Игорь, смотри, у каждого человека есть машина, которая ему подходит, ты понимаешь? Ну тут же. Вот смотри, Леня самурай подходит. А Витя, через 2 года после рождения Вити выпустили специально этот УАЗ. Понимаешь? Это призвание, да? И потом твою запаску сразу. Вам вы продали то, что вам подходило. Надо искать ее и назад откупать. С новым коленвалом. Посмотри, что делает. Чтобы он не сломал тебе инструмент, главное. Купит новый. А, да. Подарок. Кстати, да. Или отожмем у вас. Так, она блин. Сейчас покотится, блин, вперед. Они... А да. Ногодица, она спущена. Так, покотится. Покотится. Давай, я держу. Подымай. На педирачу поставь. Не надо, не надо. Это жестяк. Стой, Витя. Саня, не надо, ты сейчас резьбу убьешь на этих самых. На чем? На шпильках, на чем? Говорю тебе, ты до жесткого уже дошел, вот же. У Вити есть. Да сейчас шпильки. Стой, давай, дай мне сюда хайджек, дай хайджек сюда. Не давай, не давай ему хайджек, не давай. Не, не давай ему хайджек, он сломает УАЗ, нам не на чем будет ехать дальше. А чей это хайджек? Я больше переживаю за хайджек, конечно. За хайджек переживаешь? Да, он дороже стоит. Да не, ну не дороже, но дорого, да. Даже примерно одинаково. О, колесо, то само снимается. Так надо выше, то выше колесо заднее. Еще надо, Макс. Держи у вас руками, чтобы вперед не поехал. Давай я буду держать. Оторвет ему, блин, эту главную пару. Все, все, пробуем, давай. Меняем. Витя! Инструмент убирай. Витя! Убирай инструмент, едет колесо. Витя! Он что там, кофе пьет? Да не знаю, бухает. Одевай быстрее, пока не упало. Так, я переднее пробил, Макс, елки. Вот идиот. Это ж надо быть. Хорошо, что Леня сказал. Это уже комментарии пишут, да? Это ты комментарии читаешь? Да, да. Скиньте Виталику точку. Спрашивают тут люди, а что Витя у вас купил? Ну, как видите, как он эксплуатирует его. На чужом бы он такое не смог исполнить. А ты спрашивал, где тебе резину купить? Уже одно колесо купил. Вот эту запаску надо покупать. Так он так и ездил на разных. Ну да. Долгое время. Это чтобы зацеп лучше был. Зацеп, он же разная угловая скорость, Леня, елки. Ты ж физик. Да, я Ты снимаешь, как стал сначала на мазе. И что, не получается? Это гламурные люди, конечно, тут просто один за одним. Кто бы говорил,
за бампер. За бампер. Глянь, оно уже спущено как надо. Давай, давай, как-то шевели булочки. Понял, понял. Шевели булочки. Давай, 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 как-то... Михалыч, поехали, блин. Давай, шевели булочки. Не, не, давайте пожрём. Не, пацаны, давайте пожрём. Я кулёк забыл в бэхе. Давайте пожрём, давайте пожрём. Посмотри, когда чувак горует, у него происходит... Не замёрз. И массирует правую ногу, да, или что? Шлангу. Говорит, аккумулятор на газ нажал. Надо посмотреть, что случилось, блин, у него аккумулятор съехал. Дай мне отвертку, я хоть что-то ковырну здесь. Михалыч, у меня ничего нет, то есть на оффроуд приезжаю поесть и исполнить что-нибудь. У тебя вакуум поржавел, ты видел? Смотри, быстро. Приемник. Приемник Руслан хороший. Да, да, да. Научил всему. Так а что ж мы? Да, всему сразу. Колеса у друзей. Еще видео не снимает. Все, Макс, поднимай. Снимает, снимает, он просто коротко. Забери камеру, начинай. Как это еще вам не перелюбит, я не слово. Давай, Саня, быстрее работай. Ты быстрее отключи, Саня, покупай чаек. Крутим, крутим, нормально все. Контролируй. Нормально. Предпринимательство в чистом виде. Согнул что-то, а на газу и по сей день. Так надо газ починить. Дай, Михалыч. Да, я Мишу позвал. Миша, я завожу, смотри. Куда ты там кого-то? С передачи сними только. Миша чинит тоже. Подсос, наверное, Миш. Тихо, два серьезных специалиста. Три, четыре. Четыре серьезных. Саня, дай чуть вперед, Саня. Да, вот такой экшен сегодня. Что-то тут газует, он говорит. Запаску. Первые потери. Вите надо выйти. Михалыч с отверткой лично. Починили, Миша, нет? Может, подсос запал? Нет? Наверное, да, скорее всего. Тормозуха цвета точно как оффроуд, блин. Ты видел цвет тормозухи, Витя? Новая? Да, прозрачная. Опускай. Саня, ты лыжи не брал сегодня? Нет, я на сноуборде. Кто это сделал? Макс починил. Какой ты лыжи? Оно само просто опустить надо было с хайджека и все. Надо было сноуборд брать. Да, что-то лоханулись. У меня он есть, тут недалеко. Ну так давай заскочим. Едь за бордом. Так снега нет. А, снега нет. Так а можно по болоту на сноуборде? По льду можно. Есть. Шоу у тебя вообще есть. СТО, но он на Борисовской. Вторую камеру на АБДшке попчикать, а тут опять, там тут полдаш, я на опять. А, вторая камера запала, да? Да, да. Открой багажник. Как хайджек ложится в машину. И как он ложится. Ты ж поцарапаешь, елки, тут же все новое, посмотри. Опа, интересный вариант. Елки, а, у вас впереди. Вот так, что ли? Вот так.
Охренеть вообще, вот это номер. Неожиданный поворот. Так, регулировка УАЗа продолжается. Михалыч лично с Максом. Михалыч, все починил. Все, новое. Да, я ж масло из подологи. Ну что вы делаете? Да, я говорю, 200 баксов. А ты, блядь, разорвал мне машину. А теперь заведем и холостой. Давай, давай. Михалыч, елки, ну нафига, блин, такие. Ты 16 тысяч дал оборотов. 16 тысяч. Сколько работает? Да, надо воду выдавил. Ну, а где ты? Надо масло поменять, видите, масло грязноватое. Как вернулись, Макс уже сюда газик кинул. Посмотри, как работает. Блин, я тоже хочу такую машину. Ну, работает, да. Только маслом вылетает, сколько бы. Смотрите, как работает вообще просто ракета. Ну это часы. Часы механические. Только со склада, понимаешь? И новый. И уже потекло. Не, может просто поджать надо болтики. Да, 100%. Я видел, как это двигается. И отвертка, видишь, плоская. Как его зажать? Давай отвертку зажать. Плоская отвертка, это нереально зажать. Да реально, давай отвертку. Так, опять небольшая капиталка. Блин, Макс, ты ж так пробьешь дырку в капоте, ё, что делают? Так она вообще откручена. Она откручена. Это Михалыч вывел. Да не, Михалыч он вывел. Газовал и открутил. Я говорю, вывел ее. Да, ногтем, да? Не-не, от вибрации. Макс говорит, нереально зажать, говорит. Да, она тут откручена. Не, ну он стоял 2 года, ну что вы, блядь, представили, хватило. Так ты посмотри, как мотор работает. Ну а как он должен работать? А где чашка? Принеси красную чашку. Мы должны поставить на мотор. А она будет стоять. С чаем. Будет стоять? 100%. Ага, сейчас давай точки кидайте. Здесь есть у меня интернет. Один иногда подрыгивает цилиндр где-то. С эпицентром. Прямо и прямо и все время прямо. Прямо и все время прямо. Вареная битая, Макс говорит, да. О, что? А здесь это приварено. А здесь целочка. А Рус не снимает. Рус, что ты снимаешь? Это такое? Ля, а, да, новая. Я тут удалю кусок, удалю. Зажигание лень какое. Вообще зажигание. Полетели. Давай, ракета. Ты будешь ездить со мной? Не, я уже полностью седой и лысый. Я выхожу из игры. Нет, вхожу в игру опять. Дай проехаться. О, Михалыч тут с нами. Подожди, я сяду тут, чтобы огнетушителем не оторвало ноги. У нас теперь колеса, все. Все, колеса теперь по фэншую. Слушай, я на оффроуде становлюсь лучше, чем приезжаю на него. Колеса хорошие. Регулировка. Чё, ты смотри, как прет, блин. Макс же отрегулировал, он же карбюраторщик, ты знаешь? Спасибо, спасибо. Отвертка новая. Осторожно, не поцарапай. Тойота знаешь, сколько стоит? Экспрессовская, я сам открываю. Осторожно, так. Идем по оффроуду, жестко. Давай. Так, все, Витя, веди группу, как говорится. Веди, да. Ехать. А вот Саня пусть едет. Едь за Рубиконом. Блин, подрежь Тойоту. Тойоту подрежь. Не удалось. Сейчас подрежем. Саня, сильно вот у нас нет слова. Саня понял, что покраска будет дорого, да? Так, мы начинаем дрифт. Осторожно, Михалыч, осторожно. Так, полный. Вот это, блин, вот это ж... Да ты что, на новом колесе, как она едет, ты слышишь? Я даже не напрягаюсь. Так вообще ты не напрягаешься. Там еще 3 таких и вообще можно было вкатываться низко. Чего 3? 2 хотя бы. Так, давай. Давай, тут были люди. Ёханы бабай, осторожно, у меня ж камера, ёлки. Подвеска отрабатывает замечательно. Да подвеска вообще, ты хотел испортить ее. Давай, на лед. Подожди, я выйду только. Покажу, как ты дрифтишь, стой.
Ёлки, чуть не убился. Стой, ключ выпал. Тут глубоковато вообще. Пошел. Смотрите, что творят. Ёлки, рыбаки там в шоке думают. Кто это? Стой! Поехали. Да, ты видел, по льду поехали? Не видел? По берегу. Я вышел, потому что... Даже булькнуться, легко очень. Да? А там под берегом может и глубина нормальная. Да, да, тут глубоко. Так а что без экстрима, куда, Витя, они? Ну да. Он без экстрима не может. Где он, выехал, нет? Так, ну тут хорошее, да, так катнули, раскатали чуть-чуть. К сожалению, все замерзло. Тут бы через пару недель, когда растает, да? На заднем приводе мы едем. На заднем едем? Тут сложнее. Блин, поехали, мы отстали. Что там, горочки на подходе, да? Там уже на горочках, наверное. Куда-то люди делись, часть. Ну как, новая коробка, огонь? Да. Надежная. За две недели два раза снимать коробку, я тебе хочу сказать. А что, зачем? Ну, первый раз сцепление сменяло, второй раз коробку меняла. А, я понял. А еще прикол в том, что, чтобы разъединить раздатку и коробку, так, надо разобрать полностью раздатку. Смысл? Потому что внутри, в раздатке, под шестернями, три болта, которые нужно открутить, чтобы разъединить коробку и раздатку, они находятся внутри раздатки под шестернями. Охренеть. Поэтому без разбора раздатки ты ее не отсоединишь от коробки. Так, тут Витя, кажется, выход делает. Да он аж сюда по льду доехал, посмотри. Охренеть вообще. Ты прикинь, блин. Я и провалился под берегом. Ну что случилось? Да лед треснулся что-то. Я уже выехал практически, видишь? Глянь, до куда доехали колеса. Да. Я думал, ты раньше где-то выехал. Что-то пошло не так чуть-чуть. Ну лед хороший, крепкий тут. Вода без течения. Как часы заводятся, да? Ну да, только не швейцарские. Только не швейцарские. Направо, руль! Это слишком маленький колос. Мы просто поехали, Слышь, я на следующую покатуху возьму коньки и буду за вами на коньках уже привязанный ехать. И снимать удобно, да, на коньках же? Тряски нет никакой. Больше не буду. Блин, надо было привязаться просто и сзади на веревке ехать. К льду подъезжаю, ну уже сразу как-то телепортируется в другой автомобиль. Да он здесь не растонул, бывалый пират. Погнали, мы отстали, мне кажется. Ленчик, ты что? Ты до Лени очки одел, даже не моргает. Да. Тут сейчас горки будут хорошие, кстати, американские. О, смотри, уже встречка идет. Ага. Что-то он очканул. А, Михалыч домой уже, наверное. Погнали. Влево, влево, объезжай влево. Да. Вправо. Теперь вправо, стой. Так они все сюда едут. Михалыч говорит, они куда-то в другую сторону едут. Ну мы на горке, мы же на горках не были. Вы? Мы?
Мы под лед провалились. Поехали на горки. Давайте, давайте, становимся. Поехали на горки. Они говорят, что не едут голосовать туда. Куда? Так уже все, вы выборы все сделали. Ну, Владик самый лучший. Самый лучший. Я очередной раз убеждаю, что стоковый ВАЗ, это... Ну, там горки хорошие, пропустили мы. Хорошие горки пропустили. Держитесь, ребята, держитесь. Не, резину вот такую как запаску дали, еще такие три колеса. Так, горки пропустили, ну, едем. Мы на горках были недавно, на этих, в принципе. Ой, бы чая где-то взять, а? У тебя что там, бублики, может, есть? Нет. Кулек же ж бэхи оставили, ты же не контролировал. В натуре? С едой, ну, конечно. Слышишь, ты что это твой прикол? Ты не, поставь,